Практически треть жителей Николаевского района Ульяновской области – Николаи, Николаевичи или Николаевны. Своего первенца, мальчика, тут все стараются назвать Колей в честь небесного покровителя этих мест. В центре поселка Николаевка – храм Николая Чудотворца. Святитель известен своими добродетелями. Его примеру следуют и николаевцы, организуя ежегодную благотворительную акцию «Доброе сердце». Все собранные средства идут на лечение больных детей. Отбор прост. Обращаемся в больницу здравоохранения. Они нам дают список ребятишек, которым требуется помощь. Повторений нет, как по каждый год новые дети. Вот. Согласно списку, мы примерно набираем какую-то сумму. Для районного дома культуры концерт «Доброе сердце» – главное событие в году. Пропуск жесткий, термометрия и проверка QR-кодов абсолютно у всех. В холле развернулась небольшая выставка, где можно было не только посмотреть на подделки детей, но и приобрести их. Тем самым внести небольшой вклад в общее благое дело. И вот приехал главный гость торжества – епископ Барышский и Изенский Филарет. В зале его уже встречали ангелочки. Сегодня мы поедем к николаевским ребятам. Они очень послушные и добрые, любят свою родину и своих родителей. Так это для них столько подарков, так много. Но долго в зале Преосвященного Владыку держать не стали. Практически сразу позвали на сцену для приветственного слова. Но вначале николаевцы вручили своему архиерею небольшой подарок – медальон с изображением святителя Николая. Я надеюсь, что вот сегодняшним вашим концертом ваша милость, которая обращена к тем людям, которым необходима помощь, она будет в пользу и на благо всех вас, потому что и дающий, и принимающий есть одно и то же. А всякое благо от Бога исходит. После приветственных слов глава администрации района Сергей Кузин и владыка Филарет отметили наиболее отличившихся в этом году детей. Ребята активно занимаются спортом и творчеством. Им вручили почетные грамоты и новогодние подарки. Отметили и взрослых, которые внесли большой вклад в развитие района. Врачи, учителя, лесники и фермеры награждали целые семьи, которые вошли в новую книгу, изданную в регионе «Жизнь замечательных семей». Каждый получил по экземпляру этой книги. А после всех награждений на сцену начали выходить местные танцевальные и вокальные коллективы. Под аплодисменты и горячую поддержку зрительного зала, как дети, так и взрослые артисты показывали свои номера. И вот настал самый интригующий момент во всей благотворительной акции «Доброе сердце». Благодаря вашим добрым сердцам мы смогли собрать целых 225 тысяч рублей! На лечение наших родных детишек. И заметьте, с каждым годом эта сумма увеличивается. Эти деньги вместе с новогодними подарками по окончании концерта вручили 20 николаевским ребятишкам. Пусть средства небольшие, но для кого-то они в прямом смысле жизненно необходимы. К тому же опыт благотворительности Николаевского района будет активно перениматься и в других муниципалитетах Ульяновской области. Как сказал начальник управления по делам национальности и межконфессиональных отношений администрации губернатора Ульяновской области Сергей Паховский, узнав о такой прекрасной акции, глава региона Алексей Русских поручил всем главам районов обязательно перенять этот замечательный опыт благотворительности. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Управда ТВ.